somewhere in Bishinon. I don't care, I don't wanna know what the world outside. Всем доброе утро. Я, наверное, как обычно, ужасно опухшая с утра. А ко мне пришли продукты, купан, сейчас буду разбирать. И после этого начнем наш день. Ребята, если честно, в последнее время у меня в жизни вообще мало что происходит. Мои январь, февраль и март выдались такие очень домашние и спокойные. И так как у меня в жизни ничего не происходит, я решила рассказать, что происходит в Корее, в этой стране. Одно, наверное, из самых больших нововведений — это новая транспортная карточка Climate Card. Climate Card покупаешь один раз в месяц, платишь какую-то зафиксированную стоимость и можешь целый месяц безлимитно кататься на общественном транспорте. И так получается то, что для людей, которые каждый день пользуются общественным транспортом, для них Climate Card обходится дешевле, чем T-Money. И этот пилотный проект с Climate Card, он довольно успешный, и мне кажется, эту новую транспортную карточку скоро введут навсегда. Ну и еще один проект, который, наверное, будет интересен абсолютно всем. В Корее вслед за европейскими странами ввели пилотный проект по выдаче виз для Digital Nomads, то есть для людей, которые работают на удаленке. То есть каждый из вас может жить в Корее в течение 2 лет. Самое главное, чтобы у вас на руках был рабочий контракт, который доказывает, что вы где-то работаете. И вообще это, конечно же, очень классно, то, что в настоящее время можно работать буквально из любой точки мира. И в связи с этим я хотела представить спонсора данной части видео — Crystal Media, которые предоставляют абсолютно бесплатный курс по копирайтингу. Копирайтеры — это люди, которые составляют рекламные тексты для веб-сайтов, придумывают надписи на кнопках в приложениях и составляют сценарии к таким роликам на YouTube. В среднем копирайтеры зарабатывают 750 тысяч долларов в месяц. И чтобы вы поняли, что вы тоже можете освоить эту профессию, начать зарабатывать удаленно и путешествовать, я оставлю ссылку в описании под этим видео на мини-курс от главного редактора Газпромбанка. А хочу напомнить то, что этот мини-курс абсолютно бесплатный для моих подписчиков. В нем есть видеоуроки о том, кто такие копирайтеры, сколько можно на этом заработать и какие вообще есть возможности в этой сфере. Также там есть информация, которая будет полезна абсолютно всем, например, инструкции, как составить сильное резюме, или рекомендации, как вести деловую переписку с клиентами и начать зарабатывать удаленно. Поэтому смело переходите по ссылке и открывайте доступ к этому мини-курсу. I'm in love with these lazy nights. So maybe we can stay back, lay back here and enjoy the ride. I don't wanna feel the night. I just wanna chill under the northern lights with you. Вот честно, каждый раз прихожу в библиотеку, и там никогда нету мест. Хотя я сегодня пришла с утра, в рабочий будний день, и ни одного свободного места. Я просто ходила по этим 3 этажам, искала свободное место и не могла его найти. Вот. И честно, мне очень интересно, чем эти люди занимаются. Либо они все такие же безработные, как и я. Прям страшно подумать. Либо они работают на удаленке. Что-то там в листьях шевелится. Либо да, они работают на удаленке, но очень, конечно, завидно. Давайте покажу, что я сейчас взяла в супермаркете. Мои любимые чипсы из водорослей. Такое маленькое кимчи, так как я не могу его все съесть до срока годности, я не беру большое ведро с кимчи, я беру вот такие вот
маленькие штучки, молоко, мороженое. Не знаю, в последнее время у меня прям была такая большая хотелка. Купила шампиньоны. Тут у меня еще мороженка. Это, кстати, мой любимый бренд мороженок. Будет скорее обязательно попробовать. Они выглядят вот так вот. И есть еще такая же упаковка, только синяя, там сливочная. А вот это вот полмус Орео мороженое. Последнее время мне почему-то очень сложно найти то, что мне нравится. Я посмотрела очень много фильмов. Только что посмотрела «Оппенгеймер», лучший фильм по мнению «Оскар» этого года. Там, конечно, очень классный звездный состав, звездный ансамбль. Это Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью и так далее. Но, если честно, этот фильм мне совершенно не зашел. Я терпела первые 40 минут и бросила этот фильм на середине. Вот. И недавно я еще начала читать вот эту вот книгу. По-моему, на русском называется «Проблема или задача трех тел». Эту книгу вообще 2 года назад примерно мне посоветовала моя коллега с прошлой компании. И плюс где-то год назад я узнала то, что создатели «Игры престолов» при поддержке Netflix решили создать сериал по мотивам этой книги. И этот сериал, кстати, выходит 22 марта, уже через несколько дней. В общем, я пыталась читать эту книгу. Как вы видите, я больше середины прочитала, но... Если честно, эта книга мне совершенно не зашла. В этой книге очень много физики, химии, очень много космологии. И не знаю, возможно, я недостаточно умная, чтобы читать такие книги. У меня в школе 2 самых нелюбимых предмета — это были физика и химия. Вообще, кстати, это только первая книга, а вообще это трилогия, там 3 книги. И я, конечно, дочитаю вот эту первую книгу, раз ее купила. Но, наверное, на этом остановлюсь, дальше читать не буду, потому что это, ну, не знаю, мне совершенно не зашло. В общем, я пойду немного почитаю книгу и буду готовиться ко сну. Ребят, всем доброе утро. Вы просто посмотрите, какое у нас солнце. 16 градусов, представляете, у нас уже все, началась весна. Сейчас, в общем, я направляюсь в кафе, хочу наконец-таки поискать вакансии, начать смотреть вакансии, какие есть. Вот, да и тем более, грех было не выйти, не погулять в такую погоду. Я смотрю, все люди вышли, все гуляют. Только вышла из кафе, и у меня, когда я смотрела на вот вакансии, у меня создалось такое впечатление, то что искать работу 3-4 года назад было намного легче, чем сейчас. Потому что сейчас я, в общем, посмотрела, большинство компаний, даже компании среднего размера, они вели 3-этапный процесс подачи на вакансии, то есть там 3 интервью. И, естественно, это все занимает время. И мне кажется, поиск работы у меня займет несколько месяцев, поэтому... Вот, пожелайте мне удачи. Ну а я сейчас направляюсь домой. Благодарю вас за просмотр данного влога. Увидимся с вами в следующем видео.